Фурман ехать сол. Я себе купила самокат, и мне дали подарок, и сейчас мы с вами его будем распаковывать. Здравствуйте, меня зовут Катрин. Ну а вот, собственно говоря, и мой подарок. Mercedes Actros Special Edition 2. Сейчас будем его распаковывать. В Mercedes сейчас, значит, идет акция при покупке самоката. Ну, плюс-минус 100 косарей. Получаешь в подарок вот такую зверушку. Но поскольку игрушка для больших мальчиков, то для контраста сегодня будет его обозревать маленькая девочка вместо лысого мальчика, который обычно с вами играет в одной песочнице. Надеюсь, вы не имеете ничего против. Что я там говорила? Мальчик спрашивает, какие у девочки эмоции вызывает эта машинка. Ну, нежные, потому что он как серый британец, котик есть такой, они пушистенькие, и он выглядит очень таким, прямо в него хочется вот-вот-вот-вот. Нет, мы сейчас реально промокнем, нам надо быстро прятаться в машину, пошли снимать кабину. Залезаем. Вот мы и в кабине. Ну, что я могу сказать? Пахнет новым автомобилем, это шикарный запах. Он не может мне нравиться. Не знаю даже, на кого смотреть в большой черный глаз циклопа или куда. Останови, пожалуйста, съемку, мне надо с тобой консультироваться. Значит, Solo Star комплектация для одиноких волков. Значит, королевская ложа для звезд, чтобы наслаждаться. Ну, не будем говорить чем. Значит так, этот автомобиль легким движением руки превращается... Двумя легкими движениями. Сначала вот так. Потом, значит, вот так. И можно к себе кого-то даже подселить, потому что есть еще сверху кроватка. Но открывать мы ее не будем, иначе мы лысому мальчику по голове дадим. Можно использовать как массажный стол, кстати. Оно так низко, только массажистку не забудьте с собой взять в рейс. По-королевски, недурственно. Мне, в принципе, нравится спать сверху, хотя при чем тут я? Я же не езжу никуда, я так. Мимо проходила, скутер купила, даже аукс есть. Не спрашивайте, зачем, не знаю, кто этим сейчас пользуется, но пусть будет. Значит, там у нас, снимаем, есть то, чего нам сейчас в данный момент не хватает, потому что вы бы видели, как мальчик потеет. Не знаю, то ли ему некомфортно со мной в одной машине, то ли как, то ли дождик подействовал, но, собственно говоря, сейчас мы тут немножко остудим помещение, так скажем, и будем снимать дальше. Ну что, теперь моя очередь поиграться с игрушками большими. Первый раз, кстати, я в новом Мерседесе. Много очень видел и слышал про отсутствие зеркал и про выведенные сюда вот телефоны два, которые вместо зеркал. И получается, что здесь мертвой зоны нет, потому что на старом Актросе, где были такие большие зеркала, там иногда такие ситуации не очень приятные возникали. На кольцах особенно, когда выезжаешь на кольцо, и не всегда машину там замечаешь, которая идет слева или справа. Сейчас был дождь достаточно сильный, и никаких капелек не видно. То есть на камеру дождь не попадает. По крайней мере, не попал сейчас. Сразу обратил внимание, руль очень легко ходит. Легче, чем в старых моделях. Он легкий очень. Да, к зеркалам, конечно, привыкать надо, к расположению. Взгляд привык туда направлять, а зеркало здесь. Ну, кстати, удобно. Каждый раз, когда садишься в грузовик в какой-то новый, всегда там первое время привыкаешь к нему. Панель новая уже. Сейчас идем на круизе. Круиз на 85 выставлен. И тут тоже система, как и в предыдущем Актросе, который мы 5 лет назад обозревали, тут тоже есть дистроник, который видит дистанцию впереди идущей машины, исходя из этого подбирает скорость, где-то там подтопит, где-то притормозит. На этой комплектации, на этой машине нету подруливания автоматического, это отдельная опция, здесь просто есть, скажем так, фиксация линий, и она просто сигнализирует, если ты линию какую-то бесповоротника пересекаешь. В данный момент он тормозит, потому что тут был, наверное, дорожный ремонт, и у него в карте остался ограничение скорости осталось. В машине есть навигация уже. Когда идешь на круизе, машина учитывает еще разрешенную скорость на конкретно данном участке. Шансы попасть под радар какой-то, они минимальны. Нажми этот сет, не плюсик. Здесь показывает 80 км в час, я могу здесь ехать. Вот видишь, он в радаре поймал машину, которая спереди. У нее скорость 92 км в час, расстояние 51-52 км до этой машины. Да, здесь
торможение можно было развернуться. Ну вот где транспортер вылезает, там заезжай. Тачка новая абсолютно, на транзитных номерах еще. Приехали ее сейчас на учет ставить. Сам процесс постановки машины на учет грузовой показывать не будем, но просто отметились, что мы здесь. Ну, намного, кстати, приятнее, чем его предшественник. Тише и такой болтанки сильной нет, так можно какие-то вещи даже здесь положить, и они не свалятся. Как это было раньше в предыдущих моделях. Куча подсветок всяких разных там разноцветных для всякого там интима, романтика и кому что там надо. Короче, машина, случай, а сказка. Кстати, зеркала тачскриновые. К зеркалу подключаетесь телефоном по Bluetooth, и меню телефона переходит сюда. То есть удобно там смс-ки писать всякие, когда едешь в WhatsApp сидеть, там Instagram листать. Ключ, кстати, просто лежит. Его никуда запихивать не надо, надо просто, чтобы он был в кабине. Все-таки датчика движения у зеркал нету. Встал на паркинг, зашторился, зеркала оставил открытыми, зеркала, соответственно, погасли. Но если вдруг у тебя какие-то возникли подозрения, что что-то там происходит, то там есть сзади кнопочка, ее нажимаешь, и зеркала, вернее, включаются камеры, и изображение с камер передается сюда. Когда телефон к зеркалам подключаешь, задание диспетчеров сюда приходит, и сразу здесь все видишь. Там, не знаю, одна или две камеры стоят, она реально очень широкоугольная. Переднее колесо видно, что там происходит. Сейчас вот подходил сотрудник ЦСДД нашего к правому колесу, чтобы посмотреть номер шасси, и я его в зеркало видел. Полный рост. К прошлому МЭРСу у меня была, да, претензия в том, что она болтанка. Я без понятия, как он открывается, все впервые. А стульчик на себя нет? Нет? Но это для больших мужчин. То есть здесь любая комплектация, значит, поместится. Даже отъевшийся хозяин фирмы большой-большой. Вот, значит, ну мне лично как-то не очень. Я бы хотела подвинуться поближе, а тут между нами столько расстояния. Пошел холодок. Я чувствую, работает система охлаждения. Отлично. Сейчас мы легким движением руки баня превратится в криосауну. Также это у нас красиво все складывается, очень нежненько все, очень хорошо все ходит. Карбончик, как у спортивного автомобиля, очень миленько. Мне не хватает зеркала, и я больше чем уверена, что мужчинам тоже зеркала будет не хватать, потому что в зеркало люди смотрятся. Я не знаю, как часто вы смотритесь, но я с утра чищу зубы, умываюсь, крема, зубы, я все делаю в зеркало. А тут его нету, поэтому, честно, это будет большое для девочки страдание. Не самый лестный, наверное, комментарий, а, собственно говоря, он будет, потому что модель шикарная, конечно, но Mercedes было бы недурственно, все-таки немножко бы лампочек сюда, потому что когда туда кладешь продукты, очень темно. Я реально залезаю с телефоном фонариком. Благо, у телефонов сейчас есть фонарик. Ну что ж, ну вот этот столик мне намного больше нравится. Правда, я не разобрала, как ножку опустить до конца. Мне кажется, она даже, можете, даже и не опускается. Тогда где она должна делать свое приземление, я не знаю. А подожди, ой, простите, пожалуйста. Подожди. Смотрите, вот, для нее вот такое специальное место, оказывается. Ну, хорошо, ладно, такая, может, как коротышка. Ну вот, тут у меня, значит, холодильник. Шикарный большой холодильник. Свежо как пахнет. Так, бутылочки ставим. Не знаю, где морозильник, ну, вы разберетесь, вам лучше знать. Все ходит хорошо. Так, со столиком мы закончили, значит, да? Место бомбалюка немножко урезали. Туда что-то поместится, но не все. Так что поменьше с собой, значит, берем всего чего. Потому что для соло. Потому что когда двое ездят, им, наверное, нужно каждому по ящику. Здесь, поскольку это для единичных поездок, то, соответственно, ну, за счет вот этого королевского ложа урезали немного бомбалюк. Я не понимаю, мне реально на тебя смотреть или в камеру? Наверное, все-таки надо в камеру смотреть. Ну, лучше, да, в камеру. Сейчас мы пройдемся с вами по ящикам. Ну, что я могу сказать, что мы тут... А это что такое? Это очень нужная, наверное, вещь. Ой, господи. Так, ладно, мы это оставим тут. Ну что, ящики темные, честно скажу. Сложно искать продукты, когда там что-то имеет тенденцию высыпаться, вываливаться. Ну, света не хватает в ящиках. Особенно вот в этих ящиках пожалели, да? Хоть это и лакшери, лухари эдишн, хотела сказать. Нет, но лимитед. Маленький лючок, скромненький, да? Не знаю, закрывается? Ну, что-то закрывается. Наверное, кому нравится, принти мне.
А, да, извольте, обратно. Но это, конечно, шикарно. Предполагаю, что кожаная. Это мы положим обратно. О, NFC. Это выглядит интересно. О, заряжается! 21 век, вот он. Но у телефона должна быть, наверное, особая толщина. Не знаю, все ли залезут. Первый раз за рулем фуры. Сейчас попробуем. Говорят, очень легко на них ездить. Сейчас мы это проверим. Очень обильное сзади движение. Я не знаю, как я буду выезжать, пока меня, наверное, не выпустят. О, по-королевски. Что? А что ты тормозишь? Едем, едем, едем. Так. Ах, мы еще и на драйве стоим, да? Мы даже нейтралку не поставили. Ну, ладно. Ну, что я вам скажу? Это большая действительно игрушка. На педальку нажал газа. Оно поехало. Руль крутится, как в картинг, если не проще. Мой первый рейс состоялся в конце января, когда жуткие метели и холода были. Я ехала через всю Литву. Мои первые 4 часа пролегали через Литву ночью. Я видела 3 фуры, съехавшие в кювет. Я собой безумно гордилась. Они еще умудрялись идти на обгон. Да? Я иду 65, но я старалась 70 идти. Но когда льдины на проезжей части, как коробьи лепешки, ну, мне было стрёмно. Первый раз, вот, по большому счету, за рулем. И когда они идут на обгон бешеный, ну, я понимаю, они спешат. Но потом, когда они в кувете оказываются, ну, поспешишь, людей не смешишь. Поэтому я собой гордилась, что я проехала Литву, не уронила первый раз фуру. Вот, вообще очень много аварий в первый месяц видела в Европе. Но меня это никак не напугало. Я слишком быстро схожу, я правильно понимаю? По легковому. Ну, что могу сказать, без комментариев. Ну, я помню свой первый раз, когда я ни на чем другом не могла сконцентрироваться, как только на дороге. Я только украдкой подглядывала, где что вообще есть, потому что очень стрёмно было. Вот. А потом, через пару дней, наверное, я уже по-турецки сидеть научилась, ножку под себя закидываешь. Так нельзя, конечно, ездить. Во Франции за это, оказывается, штрафуют, когда видят коленку вовсю. Но ночью, когда уже не знаешь, как уже вывернуться, ноги идут и сюда, и туда, и где они только на панели этих ног нету. Целая камасутра получается, потому что задок отсиживается. Потому что я люблю по 4 часа, кто-то любит в двойном экипаже по 3 часа ездить. Мне нравится 4 свои отъездил часа. Почему-то скорость снижается, потому что мы входим в поворот, я так понимаю, да? Ну, сейчас он катится так, чтобы действие знака заехать скоростью там 51-50. Тема. Обалдеть. Вот действительно скоро можно будет сидеть, книжечку читать и... Постарайся проехать, не трогая педаль. Я ему доверяю. Не видит. Ага, светофор я должна контролировать, да, получается. Да. Нам повезло, светофор зеленый, мы проезжаем дальше. Вот это Мерседес. Ну, в плане тот Мерседес, который можешь пересесть, приехать на работу на легковушке, пересел, поработал, сел обратно. Так, ну мы едем чинно, важно, 70 км в час. У нас впереди круг. И машина будет скидывать. Перед кругом. Ощущения машины по барабану. Так, она видит, что круг Она видит 22 километра. Она советует по кругу ехать 22 километра в час, да? Но машина без эмоций. Да. Но инженеры же просчитали, соответственно, что она 22. Но вот очень интересно. Это... О, 80 пишет. Вот это, конечно. А как... Я понимаю, я сейчас пока не трогаю педаль тормоза. Идеально. Я не трогаю педаль тормоза. Да. Куда мы едем? Прямо. Вау, это было что-то с чем-то. Я не трогала педаль тормоза, и она сама вошла в круг. И она продолжает разгоняться. Она, да, то есть как бы я даже на круге ничего не делала. Ну как бы, то есть. Ну, вот сейчас посмотри тоже, ну по ощущениям, если слишком. Так, она видит, что уходит поворот, она рекомендует ехать 23 километра в час. Она будет ехать. Да. То есть она предупреждает, она, хорошо. Она предупреждает, да, что она будет делать, да. Что-то она разогналась как-то. Ну, потому что на следующий момент, да. Ну я ей доверяю пока. Ну. Знаете, да, есть большая разница, когда едет за рулем профессионал, который уже не первый год за рулем, а когда едет вот такой новичок, который и полугода не за рулем. Вот сейчас я, скажем, я побольше доверяю машине, то есть как бы если Паша, он предпочитает брать вожжи в свои руки,
то я, наоборот, больше доверяю сейчас технике. Я ничего не делаю. По кругу сама еду, с поворота сама ходит. Как мальчики смотрят на машинку-то какую. Или на меня, или на машинку. Или на машинку, или на меня. Не, я в Европе, когда на разгрузке была, сотрудник проходит и говорит, а ты на ней? Ты ездишь? Одна, да? Но очень обидно, когда я еду с коллегами. У всех сразу моих коллег спрашивают, а это жена твоя? Это женой? Жена твоя? Да не жена я, боже. А мы приехали? Вот так. Ну нет, я все хочу, нет. Не, я могу иногда из вредности повернуть и сказать, ничего, постоите, я большая, но мне хочется попозже вылезти из-за руля, поэтому я никуда не спешила, но меня Порше пропустил. Так красиво. Так, так, да, вот. Стоп. Подожди. Пожалуйста, это вырежь. Не, просто он... Нейтралка. Убрала. Она должна была сама поставиться на ручник. Ну ладно. Тихо, мы приехали. Мы живы-здоровы. Мы никого не убили. Сами не убились. Ой, слушай, а я в таком эксайтменте, что мне даже кушать не хочется. Какое впечатление. Я в восторге, я в экстазе. Я бы хотела здесь и поспать, поночевать, потому что это реально напоминает мою спальню. У меня в спальне один в один такой же цвет. Я, правда, любого цвета могу поставить, но в спальне он у меня стоит именно этого цвета. Это самый возбуждающий цвет. Он мне очень нравится. Знаешь, сколько комментариев будет? Это пойдет в тренды, да? Для тебя это фуксия, для мужиков это фиолетовый. Хорошо, мальчики, пусть будет. Пишите в комментариях, кто каким цветом это считает. Это уже. Завидую я тому дядьке, который на ней будет кататься. Ладно, может быть, когда-нибудь у меня за руль сядут. Сейчас все выключились. Сядут, вот. Пустят. Надо, посадят. Знаешь, как надо вот шторки задернуть и вот... Павел, так, до свидания, мы готовы. Да. Мы готовы, все, до свидания. Все. Если что, тут шампанское, да? Отлично, спасибо. Холодненько, конечно, там же холодильник. Святое дело. Мороженое, клубника. Там же морозилка тоже есть. Идея в чем? Сделать из дня в ночь. Мне это важно, потому что это эмоции. Так, что это? Это магнит? Непонятно. Да, это... О, здесь на магните. Так. Еще раз скажи, что зеркала таким-то образом. Зеркала, значит, у нас тут вот в такую дырочку, щелочку залезают. Достаточно темно, я бы сказала. Финальный штрих. Но здесь есть такая волшебная кнопочка, от которой я лично просто в восторге. Это бомба, это дискотека. Есть разные цвета. Это что-то с чем-то, это ночной режим. Сказали, что есть во всех, не только в Limited Edition Actress. Не знаю, какой свет оставим. Какой лучше выглядит в камере свет? Мы все показываем зелененький. Так, оставим мой любимый фиолетовый. Я понимаю, что это все игры игрушками, но мы сейчас включим максимум все, что мы можем. Многим покажется глупостью, но жить вот в таком автомобиле – это классно реально, потому что очень важна атмосфера. Это не все признают. Мужчины, к сожалению, не всегда это понимают и ценят, пока с этим не столкнутся. Я бы хотела здесь реально жить, да, то есть здесь комфортно, здесь уютно. Да, это дом за 100 тысяч с хвостом евро. Я не знаю, продавать квартиру, покупать машину и в ней жить, работать, в принципе, да, вариант. И мы сможем на своих машинах как на такси грузы возить. Тогда есть смысл задуматься о том, чтобы покупать свой грузовик. И Mercedes наконец-таки на грузовике показал, что он Mercedes. Потому что до этого я ездила на двух Mercedes'ах, попробовала это третий. Мне очень нравится, все очень комфортно. Наверное, я еще лично сама не прощупала. Для меня это важно. Я хочу верхнюю кроватку сама. Может, пока никто не видит, я туда и залезу. Так, позвольте. У вас ее... Опа, опущу. Вау. О, здесь даже постельное белье есть. О, какая шторка. Вот это мощно. Очень широкий, да. Здесь можно вдвоем идти. Блин, обалдеть. Вот здесь у меня всегда проблема. Я ее так слишком низко. Вот так. Нету лесенки? О, боги. Все, я обожаю машинки. Это идеально просто. Я здесь и останусь. Все, спокойной ночи, тушу фонари. Спокойной ночи.